Всем привет! Как всегда, спасибо вам за то, что пишете комментарии под моими монологами изумительными. Комментарии заставляют меня вспомнить молодость. Иногда. Иногда не заставляют. Но в данном случае заставили, и вспомнил я о пластинках группы The Alan Parsons Project. Их у меня немного, было много, но куда-то они все подевались. Вот этой, например, у меня целых две, потому что она мне нравится больше всего. Это iRobot, второй альбом, 1977 год. Это переиздание новое, ремастированное. Это оригинальчик. Уж сильно больно люблю этот альбом. Ну, про эти расскажу немножко позже. Хотя, что я расскажу? Я не расскажу, я просто покажу и свое мнение о них выскажу. Вот iRobot — это такое первое знакомство, как у многих, наверное, случилось у меня с группой The Alan Parsons Project и с самим Аланом Парсонсом. Хотя самого Алана Парсонса мы узнали по альбому Dark Side of the Moon группы Pink Floyd, ибо он там рулил звуком. Рулил он, кстати говоря, нет, мы узнали не по Dark Side of the Moon, мы узнали по Abbey Road группы Beatles, где Алан Парсонс тоже рулил звуком. Правда, он там не был главным человеком, был инженером, но это работа важная и ответственная. Так что начинается все с Abbey Road, да, через Dark Side of the Moon, и потом уже сольные проекты. Ну, так вот, я учился в школе еще, по-моему, в 1977 году, если мне память не изменяет. Наверное, еще учился до класса в 10-м. И мой друг-спекулянт пластиночный Вальдемар раздобыл альбом iRobot. Мы его дружно всей компанией перезаписали на магнитофоны на свои, слушали, наслаждались. И нам казалось тогда, что лучше этой музыки вообще ничего просто в мире нет. Настолько она красива, настолько она удивительно, настолько она богата звуками. А до этого уже слушали и Yes, там понятное дело, и все это. И Genesis, все было все уже в голове, в ушах. Но Алан Парсонс поразил, музыка точнее его поразила тем, что она настолько филигранна, настолько точна, настолько все на своем месте, и настолько лаконична при обилии звуков. Их очень много, их очень много. Тут три клавишника играет на этом альбоме. Очень много всего, очень много инструментов звучит одновременно, но они так все разложены, что кажется, как будто их мало. Но начинаешь слушать, и проявляются звуки тихие, тонкие, где-то вдалеке, в панораме, там разнесенные, в глубину утопленные. Если у вас хорошая аппаратура, кстати говоря, то музыку вы слушаете не только в этой плоскости, в стерео, а еще и в глубину. Она становится объемной. Ну, при хорошем проигрывателе, при хорошем фонокорректоре, при хорошем усилителе, при хороших колонках. Про провода ничего говорить не буду, это уже из области мании и паранойи. Ну так вот, музыка, она, да, она приобретает объем. И вы слышите ближе, дальше вот это все разнесено. Вот у Алана Парсонса это в полный рост присутствует. Так как, впрочем, и у многих звукорежиссеров и продюсеров. Но здесь человек все-таки звукоинженер, звукорежиссер, продюсер и музыкант. Как любой нормальный звукорежиссер. Хороший звукорежиссер, он всегда музыкант. Если звукорежиссер, который записывает ваш альбом, не умеет ни на чем играть, это не звукорежиссер, сразу могу сказать. Звукорежиссер должен обладать абсолютным слухом музыкальным, уметь играть на инструментах и быть музыкально образованным. Вот тогда это да, уже тогда можно работать с ним смело. Первого альбома Парсонса у меня нет, который Эдгар По, по мотивам рассказов Эдгара По. Вот iRobot у меня есть даже в двух экземплярах, потому что, как я уже говорил, сильно его люблю с детства. Со школьной скамьи еще. И эта штука, она сегодня актуальна.
на самом деле, потому что вот эти бесконечные разговоры про искусственный интеллект, так называемый, которого, кстати, не существует в природе, это все. Это очередной такой мем, вроде, не знаю даже чего, очередная такая дуля в народное сознание, вклинившаяся вроде глобального потепления или там ковида. Чего-то вот такого. То есть есть просто очень хорошо прогрессирующие компьютерные программы, которые просто компьютерные программы, которые работают. Вот и весь искусственный интеллект. Никакой компьютер не в состоянии моделировать, имитировать работу человеческого мозга. Ну, просто это невозможно по определению. Принцип работы мозга и принцип работы компьютера, они разные. Компьютер никогда не сделает то, что сделает человеческий мозг. Поэтому искусственный интеллект, он, в принципе, так называемый искусственный интеллект, разрекламированный, он в состоянии погубить вообще человеческую цивилизацию. Это очень просто, легко, об этом я как-нибудь отдельно поговорю, но это правда. Эта штука, она губительна для человеческой цивилизации. И в этом смысле iRobot, который Алан Парсонс придумал, начитавшийся Айзека Азимова, «Я робот», цикл рассказов, да, про роботов, там три закона робототехники и прочее, прочее, прочее. Азимов, кстати, русский. Ну, еврей, но русский, ну, русский еврей, да, из-под Смоленска родом. Но это уже детали, это уже для другого рассказа. Так вот, этот самый робот, он очень актуален сейчас, как раз навевает мысли о том, что человеческая цивилизация нехорошо бы, если бы она была поглощена роботами, прогрессирующими в развитии. А роботы не прогрессируют в развитии, их создают люди. И люди делают роботов все лучше и лучше. Роботы сами друг друга не делают лучше. Это делают люди в своих конкретных целях, свои определенные конкретные люди. И подумайте, что это за люди, которые внедряют, так сказать, в наш мир искусственный интеллект. Кто это? Это конкретные совершенно персонажи. Подумайте, кто это такие и зачем им это нужно. Для того, чтобы сделать вас счастливыми, ха-ха-ха. Найдите мне политика, покажите мне любого человека, который отдает свою жизнь на то, чтобы сделать человечество счастливым. Может быть, где-то такие есть. Ну да ладно. В общем, очень хороший альбом, по песням, если смотреть. Ну, не по песням, а по композициям. iRobot, который сразу поразил трепетные умы десятиклассников в моей школе, и мой трепетный ум в том числе. Вот эта вот синтезаторная фраза с непонятным размером, которую я до сих пор не могу высчитать, хотя я, собственно, этим не занимался никогда. Я понимаю, что размер этот не 4 четверти и не 3 четверти, а такой, на самом деле, простенький, но просто как-то я не считаю его. И для меня эта роль особо не играет, я просто его помню, как он звучит. Но, тем не менее, он так неожиданно затягивает, потом в разрез вступают барабаны, и потом эта штука укладывается в 4 четверти барабанные. Так очень, очень интересно. И такая вот роботизированная пьеса, очень красивая. Начинается все с синтезаторов, а потом это... Вот штучка. Очень интригует, могу сказать, начало этой истории. И хочется слушать дальше сразу. А дальше начинается неописуемая красота. Начало задано роботизированной музыкой, да, а потом эта штука вот I wouldn't want to be like you. Какая-то такая прифанкованная штука, почти в диско, почти кренящаяся в диско с такими четкими барабанами. В одной из рецензий написано, что это почти Крафтверк, вообще весь этот альбом. Настолько он выстроен, настолько он механистичен, настолько точен, каждый звук разложен. Все просто вот так вот по полочкам, по графикам вычерчено. Но при этом все это дышит. Хороший композитор, хороший аранжировщик,
отличные музыканты, все это дышит и живет, все это не механистичный крафтверк, который я, кстати говоря, не люблю. А это то же самое, что крафтверк, только очень музыкально, очень по-человечески, очень тепло. И песни все не про роботов, а про людей, про человеческие чувства, про любовь, про детей, про детский взгляд на солнце, да, и про все вот это вот хорошее. И становится страшновато от того, что все это может исчезнуть под железной пятой роботов или вот этого мерзкого компьютера, этого искусственного интеллекта. Поэтому не хочется. Но, тем не менее, I wouldn't want to be like you. Вот эта прифанкованная штука с гитарным соло удивительным, которая в середине привносит немножко рока туда, в этот фанк. Очень красиво, мелодично, очень здорово. Вообще очень мелодичная музыка у Парсонса. Просто идеальная по мелодике, идеальная по гармонии, по аранжировкам. Очень все здорово. Some Other Time. Апогей красоты мелодики музыки Алана Парсонса. И не только Алана Парсонса, потому что здесь столько народу задействовано. Эрик Вулфсон, клавишник, с которым Парсонс в дуэте создал, собственно говоря, вот этот The Alan Parsons Project. И масса-масса народу замечательного, особенно вокалисты хороши. В числе вокалистов Алан Кларк из группы Hollies, которого многие считают лучшим вокалистом мира, вообще, если говорить о рок-музыке. И этот самый Стив Харли. Стив Харли, Cockney Rebel, помните такую группу, я как-нибудь про нее поговорю. Стив Харли поет в песне The Voice, если я не ошибаюсь, едким своим ёрническим, таким, в ёрнической манере, в такой вот, такой немножко мюзик-хольный, такой, как у него всегда. И очень злобно получилось, на самом деле. Послушайте The Voice, это на второй стороне первая песня. Очень странный вокал Стива Харли. Ну, после I wouldn't want to be like you, Some Other Time, я уже сказал, что это неземной красоты просто произведение. Breakdown. Меньше всего мне нравится это полотно здесь. I break down. Такой тоже вроде расфанкованный рок, но какой-то довольно обычный. Довольно обычный. У Парсонса поинтереснее есть штуки. И, собственно говоря, Don't Let It Show. Последняя песня на первой стороне. Она может поспорить с Some Other Time. По красоте мелодии, по изысканности аранжировки. Оркестр включается в конце. Оркестр здесь есть, но его здесь мало. Потому что музыка все-таки такое преддверие нашествия роботов на горизонте появляющихся, да, хотя мы про них не поем ничего, но так чувствуется, что, ну, и в названии указано, да, про роботов, iRobot. И оркестр здесь бы все испортил, конечно, всю малину. Чуть-чуть точечно появляются вот эти оркестровые штучки, очень на месте, чтобы показать, что все-таки человечество еще кочевряжется, еще дергается, еще оно существует, еще с ним. Ему кажется еще, что все в порядке. Они еще ходят на концерты, еще на концертах еще играют скрипачи, все хорошо вроде бы. Так что немного, но на месте, что называется, да. Про The Voice я уже сказал, замечательный Стив Харли вовсю показывает свое мастерство. Nucleus. Странный и мрачный в меру, хотя и светлый, как все у Парсонса, инструментал такой ambient. В 1977 году уже нормальный, хороший ambient. Очень красивый, с мелодической линией, очень такой неплохой и простенькой. Day After Day, The Show Must Go On, трогательная пьеса, трогательная. Не люблю слово баллада, но трогательная, медленная, очень красивая песня. Просто. Просто можно прослезиться. Очень все хорошо. Ну и два последних номера. Total Eclipse и Genesis. Один стих 32.
про Total Eclipse я говорить ничего не буду. Мне он не нравится, авангардные. Я люблю авангардную музыку, так называемую авангардную, но здесь она получилась как-то, на мой взгляд, не очень красиво, не очень. Понятно, что страшно нужно было сделать. Сделано страшно. Все, больше ничего не скажу. А вот про финальную часть, очень красивая симфоническая такая зарисовка, не зарисовка даже, а симфонический кусочек. Если вы смотрели фильм «Холодное лето» 1953 года, там музыка прямо взята отсюда, такое ощущение. Очень красивая такая пьеса, трагичная, реквием. Реквием, в котором света, в общем, нет, а есть только печаль, боль и грусть. И вот такое ощущение, что «Холодное лето» 1953 года просто немножко заимствовано отсюда. Это главная тема музыкальная из этого фильма. Но это не делает хуже ни «Холодное лето» 1953 года, ни пластинку «Аэробот», которую с удовольствием от начала до конца можно слушать и наслаждаться ею. Пойду этим и займусь.